Привет, друзья! С вами Паша Тудей с самыми важными новостями минувшего дня. Ожидаемо. «Звездные войны» установили новый рекорд по сборам. Внезапно не только по миру, но и в СНГ. 877 миллионов рублей собрал фильм за минувший уикенд. Предыдущий рекорд был у «Миньонов» — 865 миллионов рублей. Ребят, ну-ну, вы пытались. А общий мировой прокат картины составил 528 миллионов долларов, на 4 миллиона больше «Мира юрского периода». Ты недооцениваешь мою мощь! Да, Энакин, я только хотел сказать, что 90 миллионов парку дал китайский рынок, который к новому рекорду «Звездных войн» еще не прибавлен. Так что то ли еще будет. Ничто нас не остановит. Но рано или поздно темная сторона несет потери. Например, бывший главный архитектор Konami Жульен Мерсон перешел в Namco Bandai. Жульен отвечал за создание движка Fox Engine, а Namco как раз таких красот и не хватает. Epic Games показали геймплей Paragon. Для тех, кто не в теме, это моба для PS4 и ПК. Разработчики приглашают всех в закрытое альфа-тестирование, которое пройдет в январе. Платный ранний доступ откроют весной, а открытый бета-тест начнется летом. Я уже подал заявку, надо же во что-то играть, пока бета Overwatch на перерыве. В феврале Techland значительно обновят Dying Light. Разработчики добавят в игру новый регион по размерам, превосходящий саму игру, а также новую систему легендарных уровней, которые будут доступны для полностью прокачанных веток умений. И в отличие от новой территории, бесплатны. Remedy дразнит нас Аланом Вейком. В новогоднем обращении компании Сэм Лейк играет роль агента ФБР, который ищет пропавшего писателя. Ролик заканчивается фразой: «Если хочешь достигнуть поверхности, сперва ты должен нырнуть поглубже». Все на дно! Кажется, Alan Wake 2 не за горами. Это был бы шикарный подарок на Новый год. Но лучший подарок сделала пользователь сайта ImageJour своему парню. Настоящий набор карт для Гвинта. Да, CD Projekt Red выпускают карты для Гвинт, но тут и шикарная шкатулка, и игровое поле, и все 4 колоды, в то время как разработчики Ведьмака выпустили пока только 2. До этого та же пользователь делала вот такой набор по Fallout 4, тому же самому парню. Нет, теперь я точно знаю, чего я хочу на Новый год. Девушку! Но получу только скидки. Зато какие! Electronic Arts раздает свои новинки со скидками до 50%. Да, я знаю, что 1% это тоже до 50%, но вдруг? Вот если что, список игр и магазинов. Microsoft начали распродажу Codedown. Это все очень долго объяснять, но там много хорошего. Билли Бой, налетайте. Распродажа Steam стартует сегодня в 21:00. А теперь просто смотрите на прекрасный трейлер Unraveled. А с вами был Паша. До встречи завтра в 8 на том же самом сайте.